Колледж реализует программы исключительно для подготовки специалистов пищевой промышленности. То есть все направления, которые у нас есть, это как раз готовят специалистов для пищевой промышленности, включая монтаж технической эксплуатации холодильно-компрессорных машин и установок именно в пищевой промышленности и наладчик технологического оборудования пищевой промышленности. Контингент обучающихся в 2021 году составил 1134 человека, но вы можете здесь проследить динамику, какая у нас идет за последние три года. В этом году у нас выпуск будет составлять больше 250 человек. Востребованность выпускников тоже в слайде можно посмотреть. То есть пока у нас показатель 52,6% трудоустройства по профилю, именно по профилю подготовки. Но стремимся его повышать. Будем надеяться, что в этом году будет гораздо лучше. Это сотрудничество с ветеранами службы внешней разведки и ветеранами спецслужб. То есть патронируем в том числе и Центральный клинический госпиталь ФСБ, и санаторий Дубрава. Патриотическое волонтерство, как раз вот запомните нас такими акциями. Доходы колледжа составили где-то около 330 миллионов рублей. При этом из них почти 43 миллиона – это внебюджетная деятельность колледжа. Вот на что были потрачены, в принципе, деньги, которые в том числе мы и заработали, те целевые субсидии. Уникальная лаборатория, которой больше на сегодняшний день нету в России ни у кого, на 12 рабочих мест, 15 квадратных метров одно рабочее место, что позволяет проводить лабораторные работы почти для 50 человек одновременно. То есть две группы одновременно могут в этих лабораториях работать. Ведь с студентами всегда какие-то возможные акции, предложения всегда поддерживаются. Это очень приятно, развитие вашего колледжа, ну и действительно любых, чтобы вот какие бы ни были поставлены задачи, чтобы все получалось и завоевывали самые там первые места, медали. Спасибо. Хотел сказать спасибо за активных студентов, которые принимают участие в жизни молодежной палаты Бирюлево-Восточная. Это действительно важное подспорье и большая помощь для того, чтобы студенты могли заявить о себе. Ну и жизнь района это ощутимо. От Совет ветеранов, конечно, хотела бы вам выразить благодарность. Горжусь всегда итогами призыва вашего колледжа. Молодцы ваши ребята, очень радуют. И порадовал рост вашего колледжа. Вот в профессиональной деятельности. Вот, честно говоря, горжусь за то, что вот мы такие бирюлевцы. Успехов вам!